Так, это, наверное, детский садик. Школьная 11. Тут внутри поселка еще этот частное строение. Тоже классно. Это новостройка. Ладно, сюда мы еще заедем. Сейчас поедем налево. Хасынский районный центр детского творчества. Да уж. Хасынский районный суд. Сауна. Улица Спортивная. Магаз. Как, ингуши, что ли, держат? Магаз. Видим гурман. Куда я не поеду? Спортивная. Улица. А, ну вот он. Дети падают, встают. Апельсин, хозяюшка, продукты. Мне вчера очень болело.
Велики не пристегиваются. Школьная 3. И тут много детей. Тут совсем маленькие гуляют. Почтовые 15. Классно здесь все заасфальтировано. Центральная 30. Да. Придется мне ехать против ветра. Там я уже был, там дети гуляют. Почтовая 11А. Т-55, наверное. Первый, 45-й. Победа.
еще один парк. Скверик. С пушкой. Школа. Маленький, наверное, дед маленький. Супермаркет. В этом я был. Администрация Хасынского городского округа. А, вот она. Школа. Горка такая высокая. Детская школа искусств. Смотрите, сколько тут много их. А вот он еще один фонтан.
Ну, вы, по крайней мере, сняли ограждение. Скоро включат. Храм.